Давай, правая, сильно прям так не ушарилась. А если бы не со старта, вот именно что силовую борьбу, вот он бы выиграл. А мне вот интересно, смотрите его, что. Пробуй, Андрюх, пробуй. Крюки у тебя хорошие. Кисть открыл. Все открыл. Все. Стас, только додавить. Почти. Охереть, ты видел это, что было? Кто так борется у нас? Серега, со всеми тобой. Ну а что вечно? Ну правильно, тренируйся. У тебя вот подход на 60% где-то 70%. Ааа, ни хрена себе. Даже оттуда выйти. А на чемпионатах мира у вас сколько человек для собой категории там борются? Не-не-не, я имею в виду, когда чемпионат мира проходит, и с собой категории где-то 20 девушек собирается. За то, что выиграл. Лёха не отпускай, не смей. Ещё боимся. Ещё боимся. Ещё боимся. Ещё боимся. Я проиграл сердце. Соня, сможешь вот так? Надо же штанги лёгкие совмещать с армрестлингом. Получается? Получается, но не так часто. Я же говорю, раз в 10 дней. Иначе день нам моя пацанка, она подсказывает. Моя пацанка мне восстановится, если раньше. Ну это если... Я опять хочу с собой водить. Это если это будет... А если просто смотреть, если языком совершенно владеть, то можно будет воспринимать это слово как бы. Это все равно, что когда факт знаменитых турниров. Ну, это первый турнир был в Финляндии, да, был ВИСИ, получается. Ты, наверное, там это нашего азербайджанца видел. Захет плаял. Да, вот. Полтонны, которые растет. Жесть. Вот с ним. Блин, вернулся. Thank you.
Мне понравилось, как он говорит, я так. Это весело. Не, куда давить? Жесть. Она меня зовет, так обвивалась, и все.